3 декабря в 16 часов по московскому времени в Казанском центре волейбола состоится центральный матч 10-го тура Пари женской волейбольной суперлиги, в котором казанская «Динамо Акбарс» примет на своей площадке одного из лидеров чемпионата «Ленинградку». Наши дорогие болельщики, девушкам очень нужна ваша поддержка. Билеты вы легко можете приобрести на сайте клуба. А мы будем очень рады увидеть вас на трибунах центра волейбола. К этой встрече команда Ришата Гелизудинова подходит на 5-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 6 побед при 3 поражениях. Последние из которых «Динамо» потерпела в минувшие выходные от саратовского «Протона» в гостях со счетом 1-3. Не получилось выполнить те установки, которые были указаны нам перед игрой, поэтому будем работать, будем стараться, но немножко не получилось в той игре. Было почему-то тяжеловато, хотя настраивались, не пошел прием. Ну и «Саратов» сами молодцы, очень хорошую игру показывали, защиту все тащили, болельщики очень классные у них. Ни одна из команд женской суперлиги сейчас не играет безошибочно. Но поражения от прямых конкурентов за самые высокие места в таблице заставляют задуматься. А ведь ленинградка Александра Кашина сейчас, пожалуй, относится как раз к этой группе. Нам немного не хватает именно в играх в атаке, что немного вариативности добавить, наверное. И вот в этом, я думаю, что секрет успеха будет. Сейчас все делаем для этого, улучшаем тренировочные показатели, вот, и делаем какие-то выводы. Стараемся от игры к игре как можно лучше выходить, выступать, но пока вот как есть. В принципе, команда сыграна хорошо, потому что в основном все игроки, за исключением Гайлы, наверное, только были с нами с начала сбора, все вместе тренировались, что, я думаю, позволило нам по времени достаточное количество как раз сыграться и вместе находиться. Поэтому я считаю, что в принципе нормально. На 90% скажу, что да, все хорошо. Насчет сыгранности это. Ленинградских «Пчел» сейчас стоит назвать одной из самых горячих команд в чемпионате. Те же самые 3 поражения в 9 матчах, как и у «Динамо Акбарс». Но у петербургской команды на 1 очко больше и 4-я строчка в таблице. Но здесь важнее динамика. В 7 последних матчах команда Кашина не уходит без набранных очков. Более того, ленинградка в прошлом туре нанесла первое поражение московскому «Динамо» со счетом 3-2. А до этого обыграла «Уралочку» 3-0 и лишь на тайбрейке уступила «Локомотиву» из Калининграда. Ну, игра достаточно быстрая, у них связка сербская, Михайлович достаточно хороший, опытный игрок. Ну и, в принципе, у них слаженная игра, я думаю, будет сложно, но будем готовиться. Смотрела матч «Динамо», да, не полностью, но вот как раз мы после игры вышли с «Протоном» и смотрели. Хорошая команда, очень хорошо играют, у них там тоже квалифицированные хорошие игроки, поэтому серьезная будет очень игра, надо готовиться морально-физически, очень настраиваться хорошо. Ленинградка в первую очередь смогла добавить за счет приезда легионеров. После чемпионата мира к команде наконец-то присоединились новые чемпионки планеты. Сербская связующая Баяна Дрча и мощная диагональная Бранкица Михайлович. При этом классно действуют и другие волейболистки ленинградки. Лидерами в списке бомбардиров являются Анастасия Горелик, Анастасия Чернова, Екатерина Ефимова и Юлия Кутюкова. Плюс отмечаем в составе целую группу экс-волейболисток казанского «Динамо» – Анна Мельникова, Валерия Горбунова, Евгения Сикачева и Анна Матиенко. Это, так все знают, есть 2 чемпионки мира, 2 сербки. Я думаю, что они играют большую очень роль в их команде. И также у них очень опытные края и либеро тоже, я считаю, очень хорошие. Поэтому, в принципе, я думаю, что и центры тоже очень неплохие. Поэтому, я думаю, в совокупности вся команда очень хорошо выглядит. Любопытно, но ленинградка не побеждала «Динамо Акбарс» в рамках Суперлиги аж с 2015 года. Смогут ли подопечные Ришата Гелизудинова продлить свою победную серию в матче против очень горячего соперника? Узнаем 3 декабря в 16 часов по московскому времени. Увидимся в центре волейбола.